Всем привет! Сегодня на своем канале я хочу открыть посылочку от Only Bio. Здесь внутри несколько наборов для лица и для волос вместе с косметичкой. Очень выгодная была цена и, конечно, не могла пройти мимо. Вот, оставлю ссылку под видео, возможно, эта акция еще актуальна. И также мы откроем адвент-календарь от Balea. Кстати, я одета прям в цвет нашей сегодняшней распаковки. Заказывала я его на ДМ. Стоимость адвента была 83 злоты 95 грош плюс доставка. Но у них, если заказ свыше 199 злотых, то доставка бесплатная идет. Сзади небольшой спойлер, но вот этого не менее интересно открыть этот календарь. Стоимость окошка в этом адвент-календаре выходит примерно 3 злотых 50 грош. И я считаю, что за эту цену очень классное в нем наполнение. И советую всем его прикупить. Будете очень довольны. Ну что, давайте посмотрим, что внутри вместе. Начнем нашу распаковку с посылки от Only Bio. Мне уже очень нравится коробка, в которой пришел заказ. Я раньше пользовалась продуктами этой фирмы, но покупала в Росмане, а не на официальном сайте. Это был адвент-календарь. Видеораспаковку, которую вы можете посмотреть у меня на канале с прошлого года. А средства для лица я покупаю от этой фирмы впервые и буду тестировать также впервые. Как написано на сайте этой фирмы, наборы предназначены для путешествий, так как косметические средства в наборах в маленьких объемах. Кроме красивой коробки и фирменной наклейки, внутри еще много наполнителя и накладная, благодаря чему наборы доехали в целости и сохранности. Начальная цена каждого из этих наборов была 54 злотых 99 грош. А по скидке я купила их за 19 злотых 99 грош. И первый я достала набор для лица Face Care Travel Pack by Only Bio SPF 30. Сейчас покажу его вместительность. В наборе 4 продукта, и первый из них — маска для лица с алоэ, авокадо и кактусом в составе. Следующий продукт — крем для лица с защитой SPF 30. Далее идет адаптогенный гель для умывания в объеме 50 мл, как и крем. Следующее — масло для демакияжа в объеме 30 мл. Все продукты в наборе являются веганскими и состоят из 98% натуральных ингредиентов. Также на сайте был набор защиты SPF 50, но я считаю, что для зимы достаточно небольшой SPF защиты. Дальше у меня два набора для волос, и я вам покажу один из них. Называется этот набор Higher Care Travel Pack by Only Bio. И давайте посмотрим его наполнение. И первый продукт — это протеиновый кондиционер для безжизненных, позбавленных объема волос. Следующий идет тоже кондиционер, но уже смягчающий. Далее шампунь для волос, который быстро становится жирными. И последний — увлажняющий кондиционер для очень сухих и грубых на ощупь волос. 4 средства для волос и вот такая красивая косметичка. Каждый из продуктов в объеме 50 мл. Так как и в предыдущем наборе, все косметические средства являются веганскими и состоят из 98% натуральных ингредиентов. Достаю последний набор из посылки. Я заказывала для волос 2 набора. И переходим к распаковке адвент-календаря. Адвент-календарь изготовлен из достаточно грубого картона, поэтому не очень легко открывается. Также на каждом окошке написана какая-то фраза или поздравление, некоторые из которых я буду вам читать. В первом окошке нам попался пилинг для душа с фруктовым ароматом апельсина и ягод в объеме 50 мл. И переходим к открытию второй ячейки. Хочу с вами еще поделиться такой информацией. Сейчас на сайте у них скидки на адвент-календари, и такой адвент-календарь можно купить за 64 злотых 95 грош. На 19 злотых дешевле, чем покупала его я. Здесь у нас шампунь для волос, склонных к секущимся кончикам, в объеме 50 мл.
Третье окошко у меня достаточно сложно открывалось. Сначала порвалось, потом совсем не хотело открываться. Но, приложив немного усилий, мне это удалось. И прочитаю надпись на окошке: «Снежинки — это зимние бабочки». И давайте посмотрим, что же у нас здесь лежит. Это дневной крем с защитой SPF 15. В упаковке объемом 20 мл. Дальше переходим к открытию четвертого окошка. Оно достаточно узкое и длинное. Интересно, что могло там поместиться. И это гель для душа в объеме 50 мл. С очень приятным запахом яблока и вишни. Я думала, это будет что-то маленькое. Они его так боком положили. Очень неожиданно. И надпись была «Звенеть в пути», если перевести с английского. Очень, кстати, интересно то, что немецкая фирма, и на косметических средствах написано на немецком, а фраза на окошках на английском. В пятом окошке гель для умывания лица подходит для ежедневного использования, и у нас в объеме 20 мл. А надпись в середине окошка: «Сделай этот декабрь запоминающимся». И переходим дальше к шестому. И снова небольшие трудности с открытием. Здесь у нас уже не косметическое средство, а резиночка для волос. В приятном розовом цвете классно подходит под стилистику адвент-календаря. На очереди седьмое окошко. И здесь у нас сразу бросается в глаза надпись «Будь причиной чьей-то улыбки сегодня», а положили нам кондиционер для волос против секущихся кончиков в объеме 20 мл. Пишите в комментариях, какой адвент-календарь вы покупали себе и открывали в этом году. А мы переходим к восьмой ячейке, в которой находим масло для тела с приятным сладким конфетным ароматом, которое подойдет также и для массажа, в объеме 20 мл. И переведу вам надпись на окошке, которую мы открыли: «Нет пути к счастью, быть счастливым – это путь». Далее нас ждет девятое окошко. Сейчас посмотрим, что там нам положили. И сначала прочитаю надпись: «Улыбка, которую ты отправишь, вернется к тебе». Сразу показалось, что это пустая ячейка, но нет. В ней спрятался крем для глаз с витамином Е в объеме 10 мл. Следующее к открытию 10 окошко. И мы открыли почти половину адвент-календаря. Ой, это окошко у меня вообще отвалилось. Надпись «Возможно, твои рождественские желания станут реальностью». И здесь крем для ног с запахом шоколада в объеме 20 мл. Следующим открываем 11 окошко, и здесь обнаруживаем пену для ванны с нежным ароматом апельсина и лаванды, который меня просто покорил. И 12 окошко, а это значит, что мы открыли уже половину адвент-календаря. В этом окошке мы находим увлажняющий крем для рук с маслом ши и пантенолом, который питает руки и придает коже бархатистость в объеме 20 мл. Крем легкой текстуры и также с очень приятным ароматом. Один из моих сегодняшних фаворитов, возможно, буду искать в полномерной версии. Посмотрим, насколько счастливым для нас будет 13 число. И открываем нашу 13 ячейку, в которой находим пилинг для рук с запахом лотоса в объеме 20 мл. Пишите в комментариях, считаете ли вы это удачной находкой для 13 ячейки. А мы переходим к 14, в которой находится надпись «Снежинки могут летать не только вперед и в сторону, но и назад». И лосьон для тела с запахом апельсина и лаванды 50 мл в составе с миндальным маслом. Достаточно жидкой консистенции, а запах и вправду манящий.
15 ячейка, и здесь у нас сашетка, разделенная на два, в которой находятся масочки для лица с витамином С, каждая по 8 мл. Подходит для всех типов кожи. Если вам нравится это видео, то поставьте лайк. А мы переходим к 16 ячейке. И здесь у нас снова сашетка, но уже с соляным пилингом для душа и запахом ванили и карамели. Он мягко удаляет отмершие клетки кожи, и его объем 40 грамм. И надпись: чем больше радости мы отдаем другим, тем больше радости возвращается в наши сердца. И дальше 17 ячейка. Немного странно перевелась у меня следующая надпись. Бабочки проверяют свою форму. Возможно, у кого-то другие варианты, то пишите в комментариях. И попалась сыворотка с гиалуроновой кислотой в объеме 10 мл. Пока открываю 18 окошко, хочу напомнить вам подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. Здесь мы видим надпись «Одно доброе слово может изменить чей-то день» и бальзам для губ. В составе с маслом ши и в объеме 8 мл. Протестирую его на руке, он такой бесцветный, больше напоминает консистенцию геля, немного блестит. И с приятным сладким ароматом. До конца календаря осталось еще каких-то 5 ячеек, и сейчас мы откроем 19-ю. И тут у нас пошли уже какие-то факты. Ежегодно производится 1,76 миллиарда леденцов и пилинг для рук в объеме 20 мл. Дальше 20-я ячейка, и в ней нас зазывают верить в чудеса Рождества и гель для душа с бодрящим ароматом апельсина и лимона в объеме 50 мл. Не знаю, как вам, а мне очень нравится наполнение этого адвент-календаря, и я с удовольствием буду пользоваться всеми этими продуктами. Открываем 21-ю ячейку. Надпись «Не делай то, что говорят другие, делай то, что велит тебе твое сердце». Находим в ней очередную сашетку. Это восстанавливающая маска для волос, подвергшихся зимнему стрессу, в объеме 20 мл. Напоминаю, что сейчас вы можете купить этот адвент-календарь со скидкой за 64 злотых 95 грош, а он и правда того стоит. Красивое оформление, надписи на ячейках и качественные продукты. А в 22-й мы находим мицеллярную воду для очищения кожи лица и вокруг глаз в объеме 20 мл. Мицеллярная вода почти без запаха, так как ей и полагается. Я считаю, что это неотъемлемая часть косметички каждой девушки. Переходим к открытию предпоследней 23-й ячейки. Немного с трудом она у меня открывается. Немного надорвалась, но ничего страшного. Надпись «Улыбайся, счастливая, ты выглядишь прекрасно». Также крем для душа со сладким ароматом миндаля и фундука с увлажняющей формулой в объеме 50 мл. И это мой любимый продукт из этого адвент-календаря. Очень-очень приятный запах и вообще рекомендую. А ты можешь написать в комментариях, какой продукт из всех понравился тебе после того, как откроем последнюю 24-ю ячейку. Первым делом прочитаю надпись «Пусть чудо Рождества наполнит твое сердце радостью». И посмотрим, что здесь у нас. Это масочка для сна. Сейчас достану ее с упаковки и рассмотрим немного поближе. По цвету и стилю она очень гармонично подходит к этому календарю. Возможно, как-нибудь мне пригодится. Хотя у меня уже есть одна, и я очень редко ее использую. Это все содержимое адвент-календаря с нашей сегодняшней распаковки. Под видео я оставлю ссылку на календарь, на наборы Only Bio, которые я открывала в начале видео, также на другие свои распаковки.